Сегодня мы расскажем о работе прибора TF210A, еще испытания по методу Мартиндейла. Прибор предназначен для определения устойчивости к истиранию и пеленгуемости всех видов текстильных материалов. Для испытания материала необходимо вырезать образец. Укладываем шаблон и обводим его мелом. Необходимо вырезать 4 образца и получаем необходимый шаблон. Для установки образца необходимо открутить прижимное кольцо, уложить образец на прокладочку, уложить на рабочий стол, придавить его таким утяжелителем, далее закрутить само прижимное кольцо. Для установки абразивного материала помещаем данную деталь вот на этот столик, укладываем сам абразивный материал, далее укладываем прокладочку и зажимаем его вот таким вот приспособлением. Придавливаем и закручиваем. Держатель с абразивным материалом готов. После сбора держателя с абразивным материалом мы устанавливаем его на рабочий стол прибора. Чтобы начать работу на данном приборе, необходимо испытуемый материал нагрузить нагружающими элементами. В нагружающий элемент входит сам держатель, ось держателя и нагружающий элемент. Нагружающий элемент составляет 9 килопаскалей. Собираем его, вставляем ось в держатель и сверху нагружающий элемент. Для тестирования необходимо набрать определенное количество циклов на жесткокристаллическом дисплее. Для этого мы входим в само меню и указываем, сколько необходимо циклов для истирания. Подтверждаем и включаем в работу. Испытание образца производится до истирания одной или двух нитей. Что такое фигура лисажу? Это траектория, по которой движется держатель с абразивным материалом. Мы сейчас вам покажем, каким образом происходит движение держателя. На этом испытание по методу Мартиндейла на приборе F210A мы закончили. Спасибо за просмотр.